что нужно есть, чтобы учиться на отлично. Никаких газировок и чипсов, только супы, каши и салаты. Что готовят в столовых? Где приобретаются продукты питания? Кто и как контролирует качество школьных блюд? Культура питания понятие широкое, оно должно прививаться с детства. Смотрите в понедельник, 11 ноября в 20:00. Новый выпуск программы «Качество».